Какое все-таки прекрасное чувство, когда ты смотришь первый раз этот фильм. Иди удаешься, сколько еще таких классных, сочных, летних, позитивных работ тебя ждет в этом удивительном мире синема, от которого мы без ума. Это Great Review, летний вайб и фильм 1983 года. Вот это прошлое, вот эта машина времени нас занесла. Каникулы. Режиссера Харальда Ремиса. Ну как можно было пропустить этот фильм? Я не знаю, может быть он шел... Конечно же он шел на голубых экранах наших телевизоров в свое время. Мы были еще маленькими и не осознавали. Но вот когда ты уже взрослый и понимаешь, блин, какой фильм классный... Так вот, Харальд Рэмис, День сурка, Охотники за привидениями подарил нам Пес из Лас-Вегаса. Да столько фильмов. Спасибо этому бодрому, улыбающемуся лицу Харальда Рэмиса. Чиви Чейз, Беверли Д'Анджело, Антони Майкл Холл, Дэн О'Барон. Блин, мы попали в прошлое, шикарное прошлое 80-е, когда США была совсем другим, когда это все было... Даже не объяснить. Это было великолепно. Бюджет 15 миллионов бакинцев, сборы США на 61. 399 552. Зрителей в Америке было 19 миллионов. Но Америка была другой. Да, были свои минусы. Но, тем не менее, все было по-другому. Когда папа был папой, мама была мамой. Дети были детьми, мальчик, девочка. Но не сейчас, как в Америке. Папа один, мама два, или как у них там. Печально, печально. Феминизм и все вот это вот. Вот эта мерзость. Когда посмотришь, блин, ну вот, ну было же время, когда идеальная практически семья. И папа, который готов отдать все за свою семью, чтобы детям было хорошо, прежде всего. Это уморительная комедия, посмотрите. И не пожалеете потраченного времени. Сейчас 38 пролетят. Премьера в мире состоялась 29 июля 83 года. Еще есть классный фильм «Рождественские каникулы», тоже с Чеви Чейзом. Есть на канале, обязательно посмотрите. И мы отправляемся в путь. Давайте вкратце. Итак... Все решено и спланировано. Уже собраны и запакованы вещи. И кажется, ничто не сможет помешать вкусить прелесть заслуженного отпуска. Каникулы. Не тут-то было, когда семейство Грисвальдов в полном составе собралось на каникулы. Начался настоящий цирк. Руководитель мероприятия, глава семьи Кларк Грисвальд, страстно жаждет умиротворенного единение семьи во время путешествий через всю страну, обещающего быть весьма захватывающим. Но сладким мечтам папаши Грисвальда не суждено сбыться. Каникулы превращаются в поездку на американских горках в 2460 миль в длину. Каждый вносит свою лепту, разнообразие, культурные программы отдыха. И дядя Эдди, и тетя Эдна... И соблазнительница Феррари, а-ля какая! И, конечно, тучный охранник. Это прекрасная комедия, 8 баллов. Есть огрехи, но они незначительные. Уже старенький Чиви Чейз, уже дедушка, ну блин. Прекрасные актеры. Детки уже взрослые. Некоторых актеров, конечно, уже нету. Но... Смотря на этот фильм, ты понимаешь, что, блин... Как же все было круто. В то далекое время. И хочется возвращаться снова и снова. Благодаря таким фильмам. Не только американским, не только... Европейским, конечно же, нашим, советским. У нас тоже много прекрасных работ. Просто любите синема. Любите. Лайки,
дизлайки, подписывайтесь на канал. Каникулы мы советуем, это летний вайб, что может быть лучше? Посмотреть этот прекрасный фильм всей семьей и не только. Welcome back!